Ким Чен Ин. Ким Чен Ин, Кор, Джим Жон Гян, Джинс Хэнкэн, по концевичу Ким Джон Ин, Род 8 января 1982 года Пхеньян, КНДР, северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР С 2016 года. Переизбран в апреле 2019 года. Альтернативное название должности председатель Государственных Дел Корейской Народно-Демократической Республики, генеральным секретарем ЦК трудовой партии Кореи ТПК, а также высшим руководителем КНДР. С 2011 года. До прихода к власти он редко появлялся публично, и многие действия Кима и его правительства остаются неизвестными. Ким сменил своего отца, руководителя КНДР Ким Чен Ира в 2011 году. Он занимает должности генерального секретаря Трудовой партии Кореи, в качестве первого секретаря в период между 2012 и 2016 годом и председателя в 2016-2021 годах, председателя Центральной военной комиссии ТПК, Верховного главнокомандующего Корейской народной армии и члена Президиума Политбюро партии, высшего органа принятия решений в Северной Корее. В 2013 году журнал Forbes поставил Кима на 46 место в списке наиболее влиятельных людей мира и на третье место в списке влиятельных корейцев после Пан Гимуна или Гонхи. Правление Ким Чен Ына отмечено продолжением разработок ракетного и ядерного оружия, запуском космических спутников, проведением экономических реформ, развитием дружеских отношений с Китайской Народной Республикой, а также колебаниями в отношениях с Южной Кореей и странами Запада от резкого ухудшения в 2015-2017 годах до оттепели в 2018 году. Биография. Ким Чен Ын родился в Пхеньяне. Официально датой его рождения считается 8 января 1982 года, однако в 2009 году японская вещательная корпорация NHK отмечала, что эта дата была впервые официально объявлена в июне 2009 года, а по ранее полученной информации Ким Чен Ын должен быть на год младше. NHK предположила, что год рождения был изменен ради совмещения юбилейных дат Ким Чен Ина с юбилеями его отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена, родившихся в 1912 году и в 1942 году, соответственно. Ким Чен Ин, третий сын Ким Чен Ира, 1942-2011, сына и наследника первого вождя КНДР Ким Ир Сена. Мать Ким Чен Ина, бывшая балерина Ка Йон Хи, третья жена Ким Чен Ира. Ким Чен Ын, первый лидер КНДР, родившийся после основания страны. Образование Высшее образование получил в военном университете имени Ким Ир Сена, 2002-2006. Тема дипломной работы – компьютерное моделирование для уточнения тактических карт с помощью глобальной навигационной системы – GPS. Партийный рост в 2006 году в прессе появились сообщения о том, что руководящим работникам Трудовой партии Кореи были розданы значки с портретами Ким Чен Ына, что стало поводом для разговоров о том, что именно Ким Чен Ын будет преемником своего отца на посту руководителя КНДР. В январе 2009 года газета «Труд» сообщила, что Ким Чен Ир издал личную директиву руководителям Трудовой партии Кореи, где назвал Ким Чен Ина своим преемником, что позже подтвердили и спецслужбы Южной Кореи. 26-летнему Ким Чен Ину в 2008 году в Пхеньяне начали строить отдельную резиденцию. Кроме того, реальное назначение Чен на преемником состоялось не в начале 2009 года, как считалось ранее, а в январе 2007 года. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в КНДР сообщила базирующаяся в Сиуле открытое радио Северной Кореи. В апреле 2009 года Южнокорейское агентство новостей, Йонхаб, сообщило, что Ким стал членом Совета национальной обороны КНДР. В январе 2010 года новостные агентства со ссылкой на южнокорейское издание Daily NK сообщали, что правительство КНДР объявило 8 января, день рождения Ким Чен Ина, национальным праздником КНДР. Это может рассматриваться как еще одно подтверждение готовившейся передачи власти в КНДР от Ким Чен Ира к сыну. В марте 2010 года в блоге корееведа Андрея Ланькова появились подтверждения назначения Ким Чен Ына официальным наследником Ким Чен Ира. Военная карьера 27 сентября 2010 года Ким Чен Ын был произведен в звание генерала армии. 18 июля 2012 года получил звание маршала КНДР, укрепив свои позиции как верховного главнокомандующего вооруженными силами, государственные СМИ его часто называют «маршалом Ким Чен Ыном» или «маршалом». Научные степени Ким получил две степени по физике в университете имени Ким Ир Сена, а другую как армейский офицер военного университета имени Ким Ир Сена. В 2013 году Ким Чен был удостоен почетной докторской степени по экономике частного малайзийского университета Хелп. Во главе КНД Начало правления Ким Чен скончался 17 декабря 2011 года от сердечного приступа, но объявлено об этом было спустя два дня. 24 декабря в Центральном печатном органе ТПК, газете на Дон Син Мун, Ким Чен Ин впервые был назван верховным главнокомандующим Корейской народной армии, мы клянемся кровавыми слезами называть Ким Чен Ина нашим верховным главнокомандующим, нашим лидером, позднее, в ночь на 31 декабря Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи официально назначило его верховным главнокомандующим вооруженными силами страны. 26 декабря, Надон Дон Син Мун, сообщила, что Ким Чен Ын утвержден в должности председателя Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи. Сразу после того, как он стал руководителем КНДР, многие сравнивали его с Михаилом Горбачевым. По источнику BBC, изначально предполагалось, что правление страной Ким Чен Ын разделит с дядей Чан Сон Тхэком, позднее, в декабре 2013 года, казненным по обвинению в государственной измене. 15 апреля 2012 года во время военного парада, посвященного столетию рождения Ким Ир Сена, Ким Чен Ын впервые выступил на публике. Внешняя политика в период его нахождения во главе страны, к концу 2012 года, КНДР вошла в Клуб космических держав, опередив Южную Корею, при этом нарушив две резолюции Совета безопасности ООН, соответственно от 2006 и 2009 годов, и вызвав тем самым всплеск негодования со стороны международного сообщества. В феврале 2013 года КНДР успешно провела третье в своей истории ядерное испытание. Результатом действий Ким Чен Ына и иного руководства КНДР, проигнорировавших резолюции СБ ООН, стала весьма негативная реакция со стороны СБ ООН, ужесточившего санкции против Северной Кореи. В ответ на это со стороны лидера Северной Кореи последовали угрозы о возможном превентивном ядерном ударе по Соединенным Штатам. Вскоре после инцидента, какого, 8 марта 2013 года руководство КНДР аннулировало договор о ненападении с Южной Кореей, подписанный в 1953 году после окончания Корейской войны. В то же время, на седьмом съезде трудовой партии Кореи Ким Чен Ын отметил, что ядерное оружие будет применяться только в качестве средства обороны. Резюмируя итоги деятельности Ким Чен Ына по реализации ядерной программы, 11 января 2018 года президент России Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и агентств заявил, по мнению Путина, лидер КНДР, добившись поставленной цели, теперь заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить, и на этом пути ему надо исходить из реалий, действовать крайне аккуратно и, если ставить перед собой трудно решаемую задачу по денуклеаризации Корейского полуострова, то делать это только через диалог и через переговоры с 25 по 28 марта 2018 года совершил свою первую зарубежную поездку, Ким Чен Ын со своей супругой Ли Соль Жу прибыл с неофициальным визитом Пекин. Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. 7-8 мая Ким Чен Ын второй раз посетил Китай. Вновь состоялась его встреча с Си Цзиньпином. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и двухсторонние отношения. Первая встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. 19 и 20 июня состоялась третья встреча Ким Чен Ына с Си Цзиньпином, на которой Ким Чен Ын назвал генерального секретаря Компартии Китая, великим руководителем, Си Цзиньпин же заявил, что Пекин намерен оказывать Пхеньяну поддержку вне зависимости от ситуации в регионе и мире. Вторая встреча Д. Трампа и Ким Чен Ына состоялась 27-28 февраля 2019 года в Ханой, Вьетнам. Трамп на переговорах настаивал на полной денуклеаризации корейского полуострова, однако руководитель КНДР не согласился на подобное. 25 апреля 2019 года состоялся визит Ким Чен Ына в Россию, где он встретился на острове Русский, Владивосток, с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры более двух часов общались в закрытом от прессы режиме. При этом Путин назвал встречу «достаточно обстоятельной», а Ким содержательные переговоры завершились без каких-либо договоренностей. Социально-экономическая политика Вскоре после прихода Ким Чен Ына к власти, в стране началось проведение экономических реформ, аналогичных китайской политике, реформы и открытости. Отношение государства к частному бизнесу стало более лояльным. Также была создана сеть специальных экономических зон с целью привлечения иностранных инвестиций. Одной из первых была проведена аграрная реформа. Она заключалась в переходе к звеньевому, фактически семейному подряду. Одна семья или две живущие рядом семьи получили возможность создать подряд, именуемый малым звеном. Этому звену предоставляется земля для обработки, причем значительная часть полученного урожая остается самому звену. До этого крестьяне работали, получая в качестве оплаты фиксированные пайки. Реформа привела к прорыву в сельском хозяйстве. Уже в первый год ее осуществления, 2013, был получен рекордный урожай зерновых. В промышленности государственные предприятия были фактически переведены на хозрасчет, получили значительную самостоятельность и стали строить между собой отношения на рыночной основе. Проведение реформ способствовало быстрому росту частных предприятий и уровня жизни населения. В КНДР активизировался процесс распространения информационных технологий, в 2014 году из Китая импортировано смартфонов и обычных мобильных телефонов на 82 миллиона 840 тысяч долларов, вдвое больше, чем в 2013 году. В 2013 году в рамках комплекса экономических мер, социалистическая система корпоративного ответственного управления, была увеличена автономия предприятий, а в сельском хозяйстве была внедрена система ответственности за садоводством, увеличившая урожай в некоторых колхозах. Северокорейские СМИ описывали экономику как «гибкую коллективистскую систему», где предприятия применяли «активные и эволюционные действия» для достижения экономического развития. Эти отчеты отражают общую экономическую политику Ким Чен-Ина по реформированию управления, увеличению автономии и созданию стимулов для экономических субъектов, воплощенную в так называемых реформах 30 мая, целью которых также является обеспечение населения товарами северокорейского производства, внедрение оборонных инноваций в гражданском секторе и активизация международной торговли. По словам Чон Сонджина из Института Сиджона, Ким Чен Ин проявляет более заметный интерес к благосостоянию своего народа и взаимодействует с ним больше, чем его отец. Ядерная программа В конце января 2013 года КНДР объявила о намерении провести третье по счету ядерное испытание. 12 февраля Центральное телеграфное агентство Кореи официально объявило об успешном ядерном испытании, что привело к корейскому кризису. 10 декабря 2015 года Ким Чен Ин заявил о наличии у КНДР водородной бомбы. Данная информация была подтверждена в сентябре 2017 года. В 2016 году и 2017 году КНДР провела еще три успешных испытания ядерного оружия. В апреле 2018 года Ким Чен Ин заявил о прекращении ядерных испытаний и испытаний баллистических ракет среднего и дальнего радиуса действия, а также о закрытии ядерного полигона. По его словам, КНДР собирается сохранить свой ядерный потенциал. Предполагаемая попытка убийства ЦРУ в 2017 году в мае 2017 года правительство Северной Кореи заявило, что ЦРУ и Южнокорейская национальная разведывательная служба завербовали северокорейского лесоруба, который работал в России, чтобы убить Ким Чен Ына, биохимическим оружием, которое было как радиоактивным, так и одновременно ядовитым, и его эффект был бы отсрочен на несколько месяцев. Северная Корея заявила, что будет добиваться экстрадиции любого, кто участвует в покушении. Улучшение отношений с Республикой Кореи и США в 2018 году. 1 января 2018 года в своей новогодней речи Ким Чен Ын заявил о готовности к диалогу с Сеулом. Уже 9 января в городе Пхенмунджоме на границе двух стран начались первые прямые переговоры КНДР и Южной Кореи за последние два с половиной года. По их результатам было согласовано участие КНДР в Олимпийских играх в Пхюнчхане. Южнокорейская сторона обратилась за специальным разрешением МОК, которое было выдано, несмотря на несоблюдение сроков подачи заявок на участие. В итоге спортсмены Северной и Южной Кореи на открытии и закрытии Олимпиады прошли под общим флагом Корейского полуострова, а также впервые была представлена единая женская хоккейная команда. 9 февраля делегация от КНДР в которую вошли Ким Йо Джон, сестра Ким Чен Ина, и номинальный глава КНДР Ким Йон Нам, прибыла в Республику Корею на открытие Олимпийских игр. В ходе личной встречи с Мун Че Ином, Ким Йо Джон передала письмо от брата с приглашением приехать в Пхеньян. 5 марта в КНДР прибыла делегация из 10 человек, в которую вошли 5 спецпосланников президента Республики Корея Мун Че Ина. В Пхеньяне делегация, во главе с руководителем Управления национальной безопасности Республики Кореи Чон Ионом, провела переговоры с Ким Чен Ином и передала письмо от Мун Че В ходе встречи Ким Чен Ин заявил, что намерен начать новую историю объединения Родины. По итогам переговоров стороны договорились о моратории КНДР на ядерные испытания, переговорах между КНДР и США о нормализации двусторонних отношений и о денуклеаризации Корейского полуострова, саммите между КНДР и Республикой Кореи в конце апреля, в котором предполагается участие лидеров двух стран, организации горячей телефонной линии связи между руководителями КНДР и Республики Корея. 9 марта южнокорейская делегация посетила США, где передала письмо Ким Чен Ына Трампу, в котором лидер Северной Кореи обещает воздерживаться от каких-либо дальнейших испытаний ядерного или ракетного оружия. Трамп принял предложение лидера КНДР и выразил желание встретиться с ним ближе к маю. 18 марта южнокорейские и финские источники рассказали CNN, что эксперты и чиновники США, Южной Кореи и КНДР встретятся в Хельсинки для обсуждения программы ядерного разоружения Северной Кореи. Встреча пройдет в японском посольстве, но точная дата переговоров не сообщается. 29 марта агентство Ренхаб сообщило, что стороны договорились провести саммит в населенном пункте Пхенмунджом 27 апреля. 1 апреля в КНДР совершил поездку директор ЦРУ Майк Помпео. Стороны обсудили детали двусторонней встречи лидеров двух стран. 27 апреля высший руководитель КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретились у демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров. Лидер Северной Кореи стал первым за 65 лет правителем КНДР, вступившим на территорию Южной Кореи. Главы двух государств обменялись рукопожатиями и произнесли приветственные речи, после чего Ким Чен Ын переступил линию и в Доме мира, к югу от границы в деревне Пханмунджом, начался межкорейский саммит, по результатам которого была подписана совместная декларация. 9 мая госсекретарь США Майк Помпео второй раз посетил Пхеньян. 16 мая делегация КНДР отказалась от переговоров с делегацией Южной Кореи и назвала условия, при которых может состояться встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа 12 июня в Сингапуре. Однако Дональд Трамп отреагировал на требования КНДР крайне негативно. 24 мая 2018 года президент США Дональд Трамп отменил запланированную на 12 июня в Сингапуре встречу с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, написав в письме, адресованном лидеру Северной Кореи, «Я с большим нетерпением ожидал встречи с вами». К сожалению, из-за огромного гнева и открытой враждебности, проявленных в ваших заявлениях в последнее время, я чувствую, что в настоящее время проводить запланированную встречу неуместно. Тем не менее, Ким Чен Ын 10 июня прилетел в Сингапур на встречу с Трампом, который прилетел на остров чуть позже. 12 июня в Сингапуре состоялся саммит, на котором произошла первая встреча лидера КНДР и президента США. Ким Чен Ынизм в ноябре 2021 года южнокорейские спецслужбы заявили, что в правящих кругах КНДР стал применяться идеологический термин «кимчанынизм», Ким Чен Ын также приказал снять с административных зданий Пхеньяна портреты своих отца и деда. Государственные СМИ стали называть Ким Чен Ына «великим лидером», так называли до этого только Ким Ир Сена. По мнению издания The Times, Ким Чен Ын таким образом стремится выйти из тени своих предков. Личная жизнь Журналистские расследования деталей ранней биографии по сообщениям, впервые опубликованным в японских газетах, Ким Чен Ин поступил в школу в Швейцарии недалеко от Берна. Вначале утверждалось, что он посещал частную англоязычную международную школу в Гюмлигене под именем Чол Пак или Пак Чол с 1993 по 1998 год. Он был описан как застенчивый, хороший студент, который хорошо ладил с одноклассниками и был поклонником баскетбола. Позже сообщалось, что Ким Чен Ин посещал школу в Кюнице под Берном под именем Пак Ин или Не Пак с 1998 по 2000 год в качестве сына сотрудника посольства КНДР в Берне. Власти Кюница подтвердили, что студент из Северной Кореи, зарегистрированный как сын члена посольства, посещал школу с августа 1998 года до осени 2000 года, но не смог сообщить подробности о своей личности. Пак Ин впервые посетил специальный класс для детей с иностранным языком, а затем посетил регулярные занятия 6, 7, 8 и 9 числа и окончательно ушел из школы осенью 2000 года. Он был описан как хорошо интегрированный и амбициозный студент, который любил играть в баскетбол. Тем не менее, его оценки и рейтинг посещаемости, как сообщается, были плохими. Посол Северной Кореи в Швейцарии Ри Су Йонг имел тесные отношения с ним и выступал в качестве наставника. Один из одноклассников Пак Ина сказал журналистам, что он был сыном лидера Северной Кореи. Согласно некоторым источникам, Чен Ын был описан одноклассниками как застенчивый ребенок, который был неловким с девушками и безразличен к политическим вопросам, но отличился в спорте и увлекся Американской национальной баскетбольной ассоциацией и Майклом Джорданом. В апреле 2012 года появились новые документы, свидетельствующие о том, что Ким Чен Ын проживал в Швейцарии с 1991 или 1992 года. Лаборатория анатомической антропологии в Университете Леона, после сопоставления фотографии мальчика Пак Ина, взятой в школе Липфелд Стинхалзли в 1999 году с изображением Ким Чен Ина 2012 года, пришли к выводу, что эти два лица показывают соответствие в 95%. Руководитель института Рауль Перо, судебно-медицинский антрополог, считает, что, скорее всего, на этих двух портретах изображен один и тот же человек. Считается, что студент в международной школе им Гюмлигена, возможно, был не Ким Чен Ин, а его старший брат Ким Чен Чхоль. Неизвестно, жил ли ученик, известный как Пак Ин в липфелд в Швейцарии до 1998 года. Все дети Ким Чен Ира, как говорят, жили в Швейцарии, а также мать двух младших сыновьями, которые некоторое время жили в Женеве. Большинство аналитиков согласны с тем, что Ким Ын учился в университете Ким Ир Сена с 2002 по 2007 год. Известно, что на протяжении многих лет только одна его подтвержденная фотография была известна за пределами Северной Кореи, видимо, в середине 1990-х годов, когда ему было 11. Иногда всплывали другие его предполагаемые образы, но они часто оспаривались. Только в июне 2010 года, незадолго до того, как он получил официальные должности и публично представился северокорейскому народу, было выпущено больше фотографий Кима, снятых, когда он посещал школу в Швейцарии. Первым официальным изображением была групповая фотография, выпущенная 30 сентября 2010 года, в которой он сидел в первом ряду в двух местах от своего отца. В конце февраля 2018 года агентство Рейтер сообщило, что Ким и его отец использовали поддельные паспорта, предположительно выпущенные Бразилией от 26 февраля 1996 года, для подачи виз в разных странах. Оба паспорта содержат штамп с сообщением посольства Бразилии в Праге. В паспорте Ким Чен указано имя Юсеф ПВАГ с датой рождения 1 февраля 1983 года. Здоровье. В 2009 году в отчетах Чих говорилось, что Ким Чен Ын был диабетиком и страдал гипертонией. Он курильщик. Ким Чен Ын не появлялся публично в течение шести недель в сентябре и октябре 2014 года. Государственные СМИ сообщили, что он страдает от неудобного физического состояния. Когда он снова появился, использовал трость. В сентябре 2015 года правительство Южной Кореи отметило, что за последние пять лет Ким, по-видимому, набрал лишние 30 килограмм веса. Масса его тела оценивается в 130 килограммах. Рост его составляет 170 сантиметров. Весной 2020 года было отмечено значительное снижение публичной активности Ким Чен Ына. 11 апреля он провел заседание Политбюро ЦК ТПК, но 12 апреля не присутствовал на ежегодной сессии Верховного народного собрания. 15 апреля Ким Чен Ин впервые за время своего правления пропустил торжественную церемонию в честь дня рождения Ким Ир Сена в Кымсусанском дворце Солнца. Отсутствие северокорейского лидера на важнейшем национальном празднике вызвало распространение слухов об ухудшении его здоровья. В частности, 22 апреля японское издание «Асахи» со ссылкой на южнокорейские и американские источники сообщило, что в 2019 году пленумом ЦК ТПК по настоянию самого Ким Чен Ина было принято решение, в случае утраты им трудоспособности власть будет передана его сестре Ким Йо Джон. После этого Ким Йо Джон заняла более высокую должность в ЦК ТПК, позволяющую контролировать кадровые вопросы, а 11 апреля 2020 года стала кандидатом в члены Политбюро ЦК ТПК. Ее подпись начала появляться под внешнеполитическими документами КНДР. Асахи констатировала, что Ким Йо Джон фактически стала «человеком номер два» в КНДР и связала рост ее влияния с предполагаемым ухудшением здоровья Ким Чен Ына. 1 мая ЦТАК официально сообщила с приложением нескольких фотографий, что Ким Чен Ын вместе с Ким Йо Джон и группой высокопоставленных чиновников принял участие в церемонии открытия завода фосфорных удобрений в городе Сунчхоне. 6 мая разведывательные службы Южной Кореи заявили, что по имеющимся сведениям снижение публичной активности Ким Чен Ына в 2020 году не вызвано какими-либо проблемами с его здоровьем. 24 мая 2020 года Ким Чен Ын вновь официально появился на публике после продолжительного отсутствия, проведя заседание Центрального военного комитета ТПК по вопросам укрепления национальной обороны. 25 июня министр обороны Японии Таро Кона заявил, что у него имеются подозрения относительно состояния здоровья Ким Чен Ина и о странных перемещениях в Северной Корее, которые могут быть связаны с распространением в государстве коронавирусной инфекции и желанием Ким Чен Ина избежать заражения. Обсуждать подробности Таро Кона отказался, сославшись на секретность разведданных. В августе 2021 года сообщалось, что жителям Северной Кореи запретили обсуждать здоровье и внешний вид Ким Ченына после его похудения. Наблюдатели подчитали, что с момента прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын набирал по 6-7 килограммов каждый год, а в 2020 году весил уже 140 килограммов. 9 сентября 2021 года сильно похудевший северокорейский лидер появился на военном параде в честь 73-й годовщины основания КНДР. Южнокорейское агентство Йонхап со ссылкой на доклад Государственного разведывательного управления Южной Кореи, сделанный в ходе закрытого заседания парламента, сообщает, что Ким Чен Ын сбросил порядка 20 килограммов, но никаких проблем со здоровьем у него не наблюдается. Докладчики также опровергли слухи, что на параде вместо Кима присутствовал его двойник. Культура, спорт, увлечения. The Washington Post сообщила в 2009 году, что школьные друзья Ким Чен Ына напомнили, что он проводил часы, делая скрупулезные рисунки карандашом суперзвезды Чикаго Буллс Майкла Джордана. Он был одержим баскетболом и компьютерными играми. 26 февраля 2013 года Ким Чен Ын встретился с Денисом Радманом, в результате чего многие репортеры предполагают, что Радман был первым американцем, которого встретил Ким. Радман описал свою поездку на частный остров Ким Чен Ина, это похоже на Гавайи или Ивису, но он единственный, кто живет там. Согласно дипломатическим источникам, Ким Чен Ин любит пить и ходить по вечеринкам всю ночь. Как сообщается, Ким Чен Ин вербует молодых женщин-компаньонов, чтобы сформировать развлекательную группу, дабы развлечь его. Ким Чен Ин, как и его отец, любит поп-культуру и следит за баскетбольными матчами Американской лиги НБА. В марте 2013 года известный в прошлом американский баскетболист Деннис Радман в рамках съемок шоу весь телеканала HBO посетил Северную Корею и принял участие в торжественном обеде с Ким Чен Ином. Согласно сообщению Daily Mail, Ким Чен Ын является большим поклонником английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед. Ким Чен Ин занимался подбором девушек для женского вокально-инструментального ансамбля «Маранбон», который наиболее близок к поп-культуре. Семья У Ким Чен Ина, по сведениям из СМИ, двое детей, первый ребенок родился осенью зимой 2010 года или зимой 2011 года, второй – в конце декабря 2012 года. В июле 2012 года государственное телевидение КНДР сообщило, что Ким Чен Ын женат. Его супруга, отношения с которой узаконены предположительно в 2009 году, Ли Соль Чжу, Ли Сиолху, выпускница университета имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Ее отец – преподаватель, мать – врач. 12 декабря 2013 года официальные северокорейские новостные выпуски опубликовали сообщение о том, что из-за предполагаемого предательства Ким приказал казнить своего дядю Чан Сон Тхека. 9 марта 2014 года Ким Чен Ын был избран без согласия Верховного народного собрания, уточнить. 13 февраля 2017 года Ким Чен Нам, изгнанный единокровный брат Ким Чен Ына, во время нахождения в терминале номер 2 в международного аэропорта Куала-Лумпура был убит отравляющим веществом VX. Также у лидера КНДР имеется еще один старший брат Ким Чен Чхоли и младшая сестра Ким Йо Джон. Резиденция Ким Чен Ина находится в Пхеньянском районе Ренсон. Титулы Ким Чен Ина Высший руководитель КНДР, руководитель партии, армии и народа, Джозеон Минхухуин Мингонгва Гугичоева Леонгдоха, Улидангва Гандаева Инминита Гвалхен Леонгдоха, с 19 декабря 2011 года. Новая звезда, Саилаун Байеол. Блистательный товарищ, Чанланин Донгджи. Гений среди гениев, военной стратегии, Чонжио Хунги Чонжа. Маршал КНДР, С18 июля 2012 года. Награды Юбилейная медаль «75 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 году» 5 мая 2020 года за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике. При этом формально, согласно положению о медали, Ким Чен Ын не относится ни к одной из категорий людей, которые могут быть ее награждены.